Главный принцип компании «Коралл» – там, где можно сделать хорошо, мы делаем отлично. Современное высокотехнологичное производство является залогом доверия к продукции компании под торговыми марками «Коралл», «Образцова» и «Пикник». Сохранению образцовой свежести помогает процесс упаковки. Компания «Коралл» – крупнейшее предприятие агропромышленного комплекса Тверской области полного замкнутого цикла, основано в 2012 году и создано по принципам ответственного производства. В структуру ООО «Коралл» входят цех по производству комбикормов, животноводческие и мясоперерабатывающие комплексы. Ассортимент выпускаемой продукции – более 30 наименований. Компания «Ульма Пакеджинг» реализовала комплексное оснащение оборудованием цехов индустриальной и потребительской упаковки, установила систему логистики пластиковой тары и обеспечила автоматизацию сборки и подачи гофротары. Реализация проекта осуществлялась поэтапно. Первым этапом стала поставка цеха индустриальной упаковки крупного куска. Несмотря на то, что в качестве подрядчика на этом участке выступила сторонняя компания, здесь также используются машины «Ульма» технологии FlowVac, которые уже стали отраслевым стандартом в России. Для передачи отрубов от линии обвалки на индустриальную упаковку было разработано оригинальное техническое решение. Система пересекающихся конвейеров, которые позволяют передавать сырье в автоматическом режиме на нужную линию без предварительного накопления продукта. При этом 5 основных отрубов, которые идут по обвалке, упаковываются на 3 линиях. Какова основная причина выбора компании «Ульма Пакеджинг» в качестве партнера? Нам было интересно получить комплексное решение, что называется, из одних рук, чтобы по завершению проекта иметь возможность решать любую возможную проблему с одним поставщиком, а не с множеством отдельных фирм. В этом контексте нас очень привлекло, что компания «Ульма» обладает соответствующим статусом, предполагающим проведение проектных работ с привлечением субподрядчиков. Более того, проектировщики «Ульма» взялись не просто подобрать оборудование для своего сегмента проекта, но и осуществить оптимальный выбор оборудования с множеством операций, таких как подготовка и дозировка фарша, порционная нарезка мяса. На втором этапе было поставлено оборудование для цеха потребительской упаковки, который был запущен в 2019 году. Общий объем производства составляет 55 тонн в сутки. В цехе установлено 5 линий всего диапазона case-ready на основе термоформеров. Некоторые из машин обладают уникальными функциями, например, легкая смена форматов. Первая линия предназначена для упаковки фарша и изделий из фарша в газ и вакуум. Оснащена автоматической фаршеподготовкой, формовкой, дозировкой, системой автоматической загрузки продукта в упаковочную машину.
Вторая линия предназначена для упаковки мелкокусковых полуфабрикатов. Упаковка, сделанная на данной линии, напоминает традиционный лоток, при этом ее себестоимость значительно ниже. На третьей линии происходит упаковка стейков по технологии Skin. В процессе упаковки пленка полностью повторяет форму продукта, создавая эффект второй кожи. Кроме привлекательного внешнего вида, такой тип упаковки допускает вертикальную презентацию. На четвертой линии производится упаковка вырезки и ребрышек для барбекю. Продукт упаковывается с использованием вакуума, что позволяет достичь максимальных сроков годности. После этого происходит динамическое взвешивание и нанесение этикетки. На пятой линии происходит упаковка порционных кусков весом около 1 кг, что наиболее востребовано потребителями. Также на данном этапе была обеспечена автоматизация сборки и подачи гофротары. На участке сборки гофротары работают три коробоформирующие машины, которые обеспечивают картонными лотками 5 упаковочных линий. Размещение картонажных машин предусмотрено на верхнем уровне. Была разработана транспортная система для подачи гофротары вниз с последующим распределением коробов между линиями. На самой скоростной первой линии укладка продукта в короба реализуется автоматически с помощью робота. После выхода из металлодетектора упаковки проходят через делитель потока и попадают на стол предварительной подготовки мозаики. Таким образом, достигается высокая скорость работы без использования сложного и дорогостоящего оборудования.
робот автоматически укладывает в картонный лоток 4 упаковки за каждый такт работы. В рамках реализации проекта был предоставлен дополнительный комплекс услуг по техническому сопровождению производства, что подразумевает поддержание соответствующего запаса запчастей на складе для заказчика и предоставление выделенного сервисного инженера. Следующим этапом стала система автоматической логистики пластиковой тары. В цехе потребительской упаковки образуется большой поток ящиков, которые нужно регулярно мыть. Для этого на втором этаже установили моечную машину и систему лифтов и транспортеров. После моечной машины предусмотрен автоматический штабелер, который складывает ящики в стопки и направляет их в буфер временного хранения. Штабелер также может работать в обратном направлении, обеспечивая подачу ящиков в цех обвалки. Что повлияло на принятие заказчиком положительного решения в пользу Ульма Packaging? На наше положительное решение повлиял уровень качества исполнения упаковочного оборудования, предлагаемого компанией Ульма. Высокий уровень инженерной грамотности и качество поставляемого оборудования позволило компании Ульма Packaging не потерять доверие заказчика, и проект продолжается. Недавно были поставлены машины следующего этапа. Еще один термоформер для субпродуктов и машина для оборачивания ведер шашлыка. В настоящее время «Коралл» выпускает широкий ассортимент мясной продукции высокого качества. Но сотрудничество с компанией «Ульма Packaging» на этом не заканчивается. И впереди открываются новые перспективы для взаимовыгодного и долгосрочного партнерства.